Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRasset.info, а перед нами iPhone 13, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве восстановить удаленные фотографии. Для того, чтобы это сделать, давайте сначала удалим какую-то фотку, заходим в приложение «Фото», открываем, к примеру, недавнее, выбираем здесь нашу фотографию, которую мы хотим удалить. К примеру, давайте я удалю вот это вот видео. Нажимаем «Удалить». Удалить фотографию. Вот оно и удалено. А потом я понимаю, что, блин, я же не хотел ничего удалять. Как мне отменить мое действие? Для этого я возвращаюсь сюда, в медиатека. Дальше, мне, если я не ошибаюсь, нужно зайти в мои альбомы. Пролистать чуточку вниз. И в другое, найти недавно удаленное. Здесь у нас хранятся все файлы, которые мы удалили в течение последних 30 дней. То есть в течение 30 дней вы можете восстановить свою фотографию с недавно удаленных. Мы нажимаем на нашу фотографию, нажимаем «Восстановить», выбираем «Восстановить фотографию». И все. Теперь мы можем опять зайти в фото и увидеть в недавних мое видео, вот здесь вот, которое я ранее удалил. На данном моменте мы будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве вы сможете найти у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!